Всем привет! Сегодняшний тафель у меня отменился, и я оказалась в больнице. Себя покажу позже. Я очень красивая, в кавычках. Причина больницы — упала с велосипеда. Разбила лицо. Будут оперировать. Вся система здесь проходит со мною впервые в больнице. Ну что, я дома. И сейчас расскажу, что зачем. Когда со мной случилось ЧП, падение, я сразу не ощутила, что что-то серьезное. Пришла домой, приложила холод к щеке, виску, но, подумавши, решила посетить своего семейного доктора. На всякий случай сделать рентген, потому что веко уже в течение часа начала припухать. Онемела щека и незначительно деформировалась челюсть. Я собралась и пошла к своему хаус-арцу, семейному доктору. Это было ориентировочно 12 часов дня. И после осмотра она сразу же меня направила в больницу на радиологию, то есть это типа нашего МРТ головы. А я говорю, что-то серьезное, спросила ее. И она мне сказала: я предполагаю переломы лицевых костей. Я была в шоке. Спасибо моему доктору, что она позвонила туда и сделала мне термин. Просто так туда не попасть. Прошел час. Я приехала в клинику, дала направление на ресепшене и ждала, когда меня пригласят. И вот я попала в кабинет. Мне объяснили, что надо снять все украшения, обувь, часы. Спросили, нет ли у меня вставных протезов. Положили на стол, который заезжает в туннель. Ну, типа МРТ головы. И сказали подождать, пока подготовят CD-диск с обследованием моего состояния. Подождала минут 10, и меня пригласил другой доктор, который на компьютере мне показал многочисленные переломы. В области щеки и челюсти. И сказал сразу идти в стацион 5А. Там челюстно-лицевая хирургия. Амбуланс. Так вроде бы было написано. Уже это было времени 14:00. Дошла до 5-го этажа пешком, лифты ждала, не дождалась, пошла пешком. Там была опять стойка типа ресепшена, где меня снова зарегистрировали и объяснили, что надо ждать.
Очень много пациентов на термины. Сидели все, стулья были заняты. Я села в коридоре, и мне объяснили, так как у меня нет угрозы жизни, когда примут, неизвестно. Что если я дышу, значит, все в порядке. Ждите. Итак, я ждала 2 часа 40 минут. А потом вышел доктор и назвал мою фамилию. И я решила, что уже дождалась. Сейчас меня осмотрят, сделают обследование, посмотрят, возьмут анализы и направят, как у нас, на стационар, в палату. А завтра утром сделают операцию. Но не тут-то было. Тут все не так. И когда меня посмотрели, ничего не говоря, выписывают мне какие-то бумаги. И дают. Кранкенштанд. Это типа больничный лист на работу. И почему-то только на 2 дня. Дают. И после всех осмотров отправляют меня на хаус. Дают мне несколько бумаг. Одна из них Ausfertigung zu Vorlage beim Arbeitgeber. Это больничный лист, Кранкенштанд на работу. И Ausfertigung zu Vorlage bei der Krankenkasse. И медицинская страховка. И отправляют домой. А, нет, еще дают направление на посещение узких специалистов. Это окулист, лор и дерматолог. Я была так удивлена, что вы даже представить не можете. С переломами идти домой. И когда я вычитываю в бумажке основную бумагу, ну, заявление или как направление на термин, следующий термин у меня, это спустя 2 дня, за которые мне надо обойти узких специалистов и с их результатами приехать 1 декабря на следующий термин. Еще что удивительно, больничные открыли только на 2 дня. Но буду продлевать больничные. Больничный надо отвезти срочно на работу. Как только пошел на больничный, отправляется больничный на работу и отправляется письмо в Кранкенкассе. Вот такие здесь законы. Когда шла из больницы домой, очень сильно проголодалась, так как с утра ничего не ела, а только пила. Во всех коридорах стоят кулеры с водой. И сегодня у меня разгрузочный день получается. Выпила литров 2,5 где-то. На обратном пути удалось посетить окулиста, который проверил мои глаза, нет ли там никаких повреждений, промыл, закапал, прочистил слезовые каналы и написал заключение. Так что одного доктора, узкого специалиста, я уже посетила. Завтра необходимо посетить лора и дерматолога. А, еще самое главное. Надо явиться в больницу в 7:45 и обязательно с переводчиком.
так как я не понимаю всех терминов, которые будут мне говорить во время подготовки к наркозу. Так что надо найти еще переводчика. Такая я красавица на виду гор. Вот такая я. Третий день после падения. Надо пойти трех узких специалистов. Это дерматолог, окулист и лор-врач.